Вау, ребята, мост валится. Ух, пролетели. Погнал, 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 погнал. Ох, прыжок эпический. Сальто. Давай, вперед. Оу, ту-ду, круто. Бензинчик. Отличненько. Ну, ребята. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем, ребятки, играть такую вот замечательную игрушку под названием Hot Wheels. Так, ребятки, посмотрите, какие у нас точилы крутые, давайте вот это возьмем. Погнали, машина-акула, ребятки, вперед! Ого, ребята, посмотрите, как она газует. Вау, вау, газу, газу до отказу. Давай, малыш, еще. Вот это да, вот это круто. Я знаю, ты сможешь выехать на эту гору. Газуй, 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 давай, давай. Отлично, отлично. Отлично, ребятки, ускорение. Вау, колечко, супер. Прыжок, вай, 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 вай. Держимся в воздухе, держимся, ребятки. Отлично, вах, бензин, вах, сальто, ребята. Какое это эпичное было сальто, ребят. Вы видели, как это круто? Давай, малыш, давай, газу, газу, газу. Я уверен, ты должен выиграть, ты должен победить. Давай, давай, давай. Да что ж ты будешь делать, а? Не успел. Другой гонщик сейчас уже проедет, а я до сих пор здесь. Надо было притормозить, просто чтобы сбалансировать немножко наш ход, ребятки. Газу, газу, газу. Давай, малыш. О, ребятки, это очень опасная штука. Да как так-то, а? Ребятки, не получилось немножко, ребятки, так сказать, не свезло. Так, ребятки, давайте. Так, здесь мы обновили, отлично. Окей. Ну что ж, ребятки, давайте возьмем другую тачку, вот такую. Все, ребятки, посмотрите, на каком мы драж-пакете. Вау, ого, этот драж-пакет, ничего себе он едет, ребята. Вах, прыжок, отлично, отлично, молодец. Молодец, ребята, у нас что, передний привод, что ли? Я не понял, что это такое, эта машина себя ведет, ребятки, не так, как надо. Давай газу, ого, ребята, вы видели это? Вау, вот это да, вот это, ребята, да, вот это эпично. Вах, сальтуха. Вау, ребята, я боюсь, вау, чтобы не развалился наш мост. Хух, вы видели, мы еле-еле, ребятки, проскочили, потому что реально могли, ребятки, попасть, ребятки, немножко в передрягу. Но мы этого не сделали. Но здесь мы должны выехать. Ага, нет, ребятки, мощности нам не хватило. И нам надо теперь вот так вот как-то аккуратненько. Газу, 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 газу. О, ребятки, вот так вот хорошо, вот так вот отлично. Ох, поехал, 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 поехал. Так, вот тут надо быть, ребятки, очень аккуратным и бдительным, потому что здесь можно, ребятки, рассыпаться. Так, а вот здесь вот вообще, ребятки, надо тормозить, ребята. Так, Big Air, ребята, это, конечно же, хорошо, но нам надо как-то потихонечку сюда заехать. Давай, газуй, 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 малыш, давай, 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 давай. Я уверен, ты сможешь до финиша добраться. И да, ребята, отличненько, дорогие друзья. И мы с вами добрались до финиша, и это просто замечательно, дорогие друзья. Давайте, собственно, продолжим, ребятки. У нас открылся новый уровень, и мы с вами будем продолжать играть. Только, ребята, уже на новом автомобиле. Вот на вот таком вот хочу. На внедорожнике. Погнали, ребята, посмотрите, какой у нас Хаммер. Ого, ребята, у нас автомобиль просто сказка. Посмотрите на него. Красавчик. Давай газу. Ох, какой огонь у него из выхлопных труб. Вы только посмотрите, ребята, на что способен этот автомобиль. Воу, ребята, как так-то, а? Взорвался. Ничего, ребятки, мы заново возьмем. Поехали. Вау. Да что ж ты будешь делать, а? Ох, отлично, ребятки, отлично, просто круто. Погнали, 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 погнали. Так, ребятки, вроде пока все идет, ребятки, по плановым этим работам. Все как надо, пока идет все по плану. Тихо, 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 тихо. Давайте вот тут вот где-то надо, наверное, остановиться. И включить газульку на всю, чтобы выехать здесь. Давай, давай, давай. Отлично, ребята. Вау, ребята, мост валится. Фух, пролетели. Погнал, 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 погнал. Ох, прыжок эпический. Сальто. Давай, вперед. Оу, ту-ду, круто. Бензинчик. Отличненько. Ну, ребятки, все идет вроде бы по плану. Ох, вот эти мосты, ребята, надо переехать, потому что, ох,
Они могут. Он может, ребятки, не выдержать и разорваться. Этот мост надо быть аккуратным, потому что когда мы с вами заезжали в прошлый раз, он рвался. Так. Давайте поедем аккуратненько как-то. Ух. Ребята, тихо. Вот тут вот, ребятки, надо, наверное, остановиться, потому что... И набрать скорость, ребятки. Так же, как и здесь, вот, в принципе. Вот так вот сделать надо. Вот такой маневр. Отлично. Так, ну что, здесь, ребятки, все по плану. Вау, мост валится. Фух. Ой-ой-ой-ой, ребята, вы видели, я чуть носом, ребятки, не зарылся в землю. И таким образом чуть не проиграл, ребята. Давай газу. Вах. Да что ж ты будешь делать, а? Поехал. Ой, ребятки, и отличненько. И финиш, дорогие друзья. Это просто круто, я хочу, ребятки, вам сказать. Так что давайте, ребятки, собственно, с вами посмотрим, что у нас дальше, дорогие друзья. Давайте. Погнали, ребятки. Четвертый уровень, дорогие друзья. И здесь уже нам улучшать автомобиль. Можно наш? Наверное. Я так думаю. Да, ребята, мы можем улучшать этот автомобиль. Так, круто, ребятки. Мы можем его обновить, наверное, по всем параметрам, да? Это у нас внедорожники. Один из пяти, уровень 4, да? А нам нельзя поменять... А, пока только мы на внедорожниках, ребятки, ездим, понял? Я думал, нам, может, можно что-то поменять из этих, из других запчастей. Так, давайте полностью, ребятки, улучшим наш автомобиль. И здесь вот, наверное, тоже вот это все на максимальную, ребятки, улучшим. И здесь вот на максимальную, ребятки, улучшаем и напишем огонь. Так, ребятки, ну что ж, погнали. Жун-жун-жун, вот это у нас, ого, ребята, у нас просто не автомобиль, ребятки, у нас просто ракета на колесах. Это ракета-мобиль, ребятки, посмотрите, как он летает. Посмотрите, вы только гляньте на это, ребятки, как он летит. Это просто, ох, камень, эй, куда же мне его толкать-то надо? Да что ж ты будешь делать? Мне надо было камень, ребята, затолкнуть в яму и проехать по нему, а я его вытолкал дальше, чем надо. Готов! Вау, ребята, вот это да! Поехал! Погнал! Жун-жун-жун-жун! Ох! Вот это, ребятки, да! Так, давайте камень аккуратненько, не спешим, заталкиваем в яму. Все, теперь едем по нему. Все, отлично. А там, видите, камень, ребятки, в прошлый раз у меня закатился не туда, ребятки, куда... Надо, так, отлично. Вау, вперед. Ох, супер просто. Ох, ребятки, посмотрите, как мы круто, ребятки, едем. Так, вот опять, ребятки, камень. Надо с ним что-то делать все-таки. Только что, я не знаю. Давайте будем толкать этот камень нашим автомобилем сюда, наверное. Ох, опять я его, ребятки, перетолкал. Надо было, ребятки, воздержаться, конечно, от этого. Ну ничего, попробуем заново-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Пошел, машина-ракета. Пошла, ребята. Отлично, просто супер. Так, тихо. Эу. Да что ж такое. Опять я сильно быстро, ребятки, еду. И опять я залетел в эту плохую яму. Ну ничего, сейчас, ребятки, такого уже не должно повториться. Я так думаю, дорогие друзья, что мы в этот раз не должны, ребятки, повторять ошибок, которые мы повторяли в прошлый раз, ребята. Так, тормози. Все, я уже теперь медленно еду. И хочу. О! Вах, проехал, ребята, отлично. Вах. Погнали. Ого, ребята, вот это, конечно же, да, вот это круто. Поехал. Вау, прыжок. Достали. Отлично. Тихо. Я могу разбиться. Ох, что ж ты делаешь-то? Так, ребятки, второй камень тоже надо толкать, ребятки, довольно-таки медленно, потому что в прошлый раз опять у меня, ребятки, не получилось его дотолкать. Видите, надо быть медленнее немножко. Вот так вот. О, ребятки, все, теперь мы проезжаем по нему и едем дальше. Отлично. Ох. Да что же это такое, ребята? Что это нас... За препятствие здесь ждет такое. Давайте, смотрите, ребят. Какие мосты тут.
Надо быть бдительным, более бдительным, ребятки, и более внимательным, потому что вот уже финиш, ребята, давай, 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 куда ж ты задний сдал? Погнал, 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 погнал. Вау, отличненько, ребятки, и мы прошли этот уровень, и это просто круто, дорогие друзья. Вот это просто классно, ребята, вот это просто круто, ребятки, пятый уровень у нас разблокирован. И мы с вами продолжаем нашу замечательную, ребятки, игрушку. Так, ну что ж, ребятки, давайте, наверное, поменяем. Давайте возьмем вот этот автомобиль и улучшим его по полной программе, ребятки, и прокатимся на нем. Так, вот это тоже улучшаем. Так, и вот это тоже улучшаем, ребятки. Так, ребятки, ну что ж, погнали. Погнали, 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 погнали. О, тихо, тихо, тихо. Да что ж ты? Ох, ребятки, чуть не перевернулся опять-то. Давай, пощель, пощель, пощель. Вот этот автомобиль, ребятки, мне нравится больше всех. Я даже не знаю, ребятки, почему, но это просто крутой автомобиль. Ого, ребята, вот это препятствие. Вау, нет, нет. Вот это да, конечно же нет, ребятки. Такое никуда не годится. Давайте пробовать заново. Вах, вах, вах. Ракетный двигатель, огонь, пошел. Пошел, 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 пошел. Так, тихо, тихо, тихо. Вах, 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 ребята. Тихо, нет, нет, опять. Да что ж ты будешь делать, а? Опять взорвался я. Давайте по новой будем делать. Так, поехали. Так, 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 стоим, стоим, стоим. Включаем супер гонку, супер силу. Ребятки, и поехали вперед, 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 вперед. Тихо, тихо. Вау, жун, 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 жун. Круто. Так, что мне здесь надо делать? Тихо. Вау, ребята. Да как же тяжело-то, а? Ребятки, реально управлять здесь. Как здесь можно вообще что-то пройти? Реально очень тяжело, ребятки. Ну, ничего, ребятки. Сейчас мы посмотрим, что нам надо делать. Вай, вай, вай. Давайте, наверное, возьмем, ребятки, другой автомобиль. Более подготовленный к этим трассам. Более маневренный, чем предыдущий наш. Потому что предыдущий наш, ребятки, автомобиль что-то никак не может справиться со своим заданием. Либо это я, ребятки, такой водитель, либо я даже не знаю. Так. Как я мог так перевернуться? Опять такую ошибку допустил. Да что ж ты будешь делать, а? Давай по новой будем делать. Вау, прыжок. Вау. Тихонько, тихонько, тихонько. Набираем скорость. Тихо, тихо, тихо. Не спешим. Так. Как так-то? Скажите мне, как так-то получилось? Опять разбился. Давай газу, газу, поехал. Так, здесь сильно не газуем, потому что сейчас уже будет выезд. Все, 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 хорош, хорош. Хорош, Юра, хорош, Юра, хорош. Даже мне говорят мои... Ай-яй-яй-яй, мои говорят мне... Участники, что, Юра, хватит, перевернешься. И мы все-таки, ребятки, с вами перевернулись, дорогие друзья. Ну ничего, ребятки, мы, как всегда, с вами попробуем заново. И обязательно, я думаю, сумеем, ребятки, пройти. Вау, вах, 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 отвился вперед. Пощель, пощель, пощель. Так, тихо, тихо, тихо. Вау, ребята, да что же это такое? Да как так-то опять взорваться на таком простом месте, ребятки? Ну ничего, дорогие друзья. Ребятки, продолжим уже в следующем эпизоде. Я надеюсь, я буду, ребятки, не такой водитель крутой, как в этот раз. Потому что в этот раз мне что-то особо, ребятки, не везет. Ребятки, а я вам хочу сказать, что этот эпизод подошел к концу. Обязательно подпишитесь, ребятки, на мой канал. Поставьте пальчик вверх. Поставьте какой-нибудь комментарий, ребятки. И также, ребятки, не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Пока-пока, ребятки!